«Пираты» авторства Бориса Вахнюка. Мы честь по чести, говорят, что берега нас не тянули, обрывали якоря, подальше в море зашвырнули. Есть один закон у нас, не на суше мели мерить, в дружбу верить, да в компас, да в попутный ветер верить. Есть один закон у нас, не на суше мели мерить, в дружбу верить, да в компас, да в попутный ветер верить. Нам не до женщин, черт возьми, нам от них глаза не прячет. Считаем лучшей из них красотку с именем удача. Есть один закон у нас, не на суше мели мерить, в дружбу верить, да в компас, да в попутный ветер верить. Есть один закон у нас, не на суше мели мерить, в дружбу верить, да в компас, да в попутный ветер верить. Пускай хоть Бог, пускай хоть черт, мы с ними с тем на равных выйдем, прихватим крючьями за борт, и кто кого еще увидим. Есть один закон у нас, не на суше мели мерить, в дружбу верить, да в компас, да в попутный ветер верить. Есть один закон у нас, не на суше мели мерить, в дружбу верить, да в компас, да в попутный ветер верить. Ну и какой праздник, тем более женский праздник, без гусар? Как, помню, когда-то представлял эту песенку ее автор Юли Ким. Примерно так. Портрет гусарский, поет боярский. А в написании этого портрета участие принимал композитор Геннадий Гладков. Таганов уголок занавески, смотрят барышни в каждом окне, как в расшитом седой черкеске я горцую на резвом коне. Конь горячий резов, но послушен и гордится своим седоком. Отчего же седок равнодушен к нежным взорам за каждым окном? Как лорд Байрон рукой подбоченясь, как Печорин кручу я свой юз, неподвижная нижняя челюсть говорит об отсутствии чувств. Женщин взирает бесстрастно, тот готовит для них западню. Так что все это только гримасы. И не верьте ни мне, ни коню. И не верьте ни мне, ни коню. И не верьте ни мне, ни коню. Продолжу доклад во втором отделении.